Момент истины в эфире, в студии Андрей Караулов. Добрый вечер. В Подмосковье вскрываются такие странности с землей, что можно только диву даваться. Люберцы, 15 километров от Москвы. Бизнесмен Александр Александрович Алтунин, 48 лет. Мало кому известно это имя, однако именно господину Алтунину сегодня появляются очень серьезные вопросы. В 2002 году началась уже эта кампания по завоеванию наших земель. Он сразу Алтунин? Меня вот он интересует. Алтунин, вот, да. Вот его фирма, которая, предполагаем, именно они банкротили колхоз имени Ленина. Да, банкротили в прямом смысле. Ну, 15 километров от Москвы. Цена сотки сколько в этих краях? Сейчас трудно сказать, но оценили нашу землю после того, как новые хозяева пришли. Очень и очень дешево. Сколько паёв должны были получить? 867. Человек. И никто ничего не получил? И никто ничего не получил. То есть еще раз, 867 паёв, да, полагающихся по закону. По закону. При разделе земли, ваучер земельный, так называемый, каждый крестьянин должен был получить 24 сотки земли. И все эти 867 паёв оказались в руках председателя колхоза господина Якушина? И он их вам не выдал? Выдал позже. Вот в сейфе у Якушина сколько они пролежали? Года три пролежали. Три года. Почти 2000 крестьян, 867 паёв, еще раз скажем эту цифру, не получают земельные удостоверения. И никто не бьет тревогу, не бьет прокуратуру. А мы даже не думали, что все так получится. Мы надеялись, что нас не кинут так, если можно выразиться. Сучка, председатель колхоза собирает все паи в одни руки, да, в один сейф прячет. Совершенно а вы, правильно. Никто из вас не шевельнулся? Нет. Вы чего ждали-то, если земля... Общая оценка всех площадей колхоза имени Ленина – 300 миллионов долларов, как минимум. И некто Алтунин, его фирмы, фактически и владельцы, как предполагаем мы, журналисты. Проснулись мы давно, и мы добиваемся, чтобы нам вернули наши законные земли. В 2006 году возбудили уголовное дело, в 2007 закрыли. А кому первому вы пошли сказать, что 206 гектаров земли в 15 километрах от Москвы ушли в руки некого господина Алтунина? Обращались в Народный суд города Лыткарино. И что, судья? Ну, как видите, ничего. То есть решение это в пользу, был, да, что вот у вас нет паёв, так и надо? Да. Это вот суд от имени Российской Федерации Лыткарино? Какой это был год? 2003 год. А потом была прокуратура, уголовное дело против Алтунина и его фирмы, да? Да. И дело закрыли? Да. Вот еще раз, почти 1000 паёв до сегодняшнего дня до людей не дошли. 200 с лишним гектаров земли колхозной. Угу. Рыночная стоимость более 300 миллионов долларов. Это сплошь и рядом. Раздел бывших колхозов на паи проходил 92-й год. И этот закон предусматривал выделить этот пай. Можно было только собравшись в колхозное собрание, где должно присутствовать 100% пайщиков. Но вот сейчас, сейчас есть 100%, они все хотят свою землю. Одну секунду. Сейчас-то есть 100%, но когда было возможно это сделать, 100% собрать было невозможно. И когда кто-то пытался выделить свой пай, вот может быть вот эта женщина, которую показывают. Так, будем разбираться. Хищение в особо крупном размере. Такая статья существует в Уголовном кодексе. Хищение. Существует, конечно. Никто ее не отменял. Ну, понимаете, ведь... Хищение в особо крупном не имеет срока давности. Прошу проверить, как и убийство. 300 миллионов долларов, ребят. Ничего себе. Ну, хищение, это адвокаты говорят, что это хищение, или это... Уголовное дело, как мы предполагаем, следователи, уже этот факт установили. Но срок давности. Давно было преступление. И сегодня тот, кто успел украсть, он с гектарами, а кто как крестьяне рот разевал, прошу прощения за эти слова, так ни с чем. После вот этих слов комментировать нечего. Конечно, их защитить, вот, этих вот людей некому, получается. Некому, да. Этих людей некому защитить. Да, наверное, так. Защитить будет... некому. Некому. А как это может быть, секундочку, хищение в особо, еще раз скажу, в особо крупном размере не имеет срока давности. А сама история с паями преступления имеет срок давности. В тех преступлениях, в которых речь идет о нравственности, срока давности быть не должно. Помимо хищения, Марк, я нашел... Срока давности не должно подполковника быть. Юстиции Касаткина, который вел это уголовное дело и закрыл его. За сроком давности
То есть получается, что если у людей украли давно, то можно краденое не возвращать. И тот, кто украл, а вы нашли в состав преступления? Нашел. Он использовал заведомо подложный документ Якушин. Это установлено. Похищение подразумевает по уголовно-процессуальному кодексу противоправное, безвозмездное изъятие, корыстное, в свою пользу. Убейте меня, я не понимаю. Крестьяне не получили свою землю, как мы предполагаем, мы журналисты, благодаря действиям фирмы «Алтунин». «Алтунин», да. А потерпевшими вы крестьян не признали. То есть они и не потерпевшие, и пострадавшие без земли сидят. Значит так, вы очень много вопросов задаете. Приезжайте, и будем договариваться. С удовольствием, только лучше вы к нам приезжайте. Нет, давайте. Как? Открыто поговорим, чтобы все слышали наш разговор. Будем разбираться. Давайте так. А с вашим руководством я обязательно свяжусь. Вы же связываетесь с моим руководством, называйте меня официально. Спасибо за согласие о сотрудничестве. До свидания. До свидания. Как я понял, дело ведь было закрыто достаточно давно, не вот дело сейчас. Дело было закрыто 26 октября 2009 года. А до этого сейчас оно тянулось почти 6 лет. К Якушину Ивану Никитовичу, это бывший председатель колхоза, как мы предполагаем, аффилированный с бизнесменом Алтыниным, то есть человек, который действовал в его интересах, он просто эти паи закрыл в сейфе у себя. А крестьяне все ждали, когда отдадут. Почему вот такие у нас люди доверчивые? Это отдельная тема, конечно. Боролись, пикетировали, митинги устраивали, но... Видимо, наши голоса не слышали. Андрей, 15 километров от Москвы. Крестьяне, как ты и не только ты, этих людей называют. Подобных хозяйств не осталось уже совсем. Совхоз Московский, вот он еще ближе. Ну, вот один такой пример есть, ура. А дело в том, что люди в такой близости к столице, ну, плохо у них с работой. Они другим живут. Если эту землю вернуть этим колхозникам, она пропадет в туне. Вот. Это мое убеждение. Я не хочу сказать, что это наверняка. Потому что все, что происходит вокруг мегаполиса... Так называемые споры вокруг речника. Мы говорим, ни одного биотуалета у этих людей нет. Ни одной выгребной ямы. Дома сносились, ни одной выгребной ямы. На коттеджи деньги были у жильцов. А на септик, чтобы дерьмо не попадало в Москва-речку, не хватило денег. Вот он, труба. Что мы слышим от высоких чиновников? Экологическая проблема сильно преувеличена. Намек вот на, в том числе и наша передача. Нет, не сильно, когда дерьмо, прошу прощения, с мочой. Десятков людей каждый день и каждый час по трубе в Москва-речку. Я не хочу купаться в дерьме. Я это госпоже Петровской объяснял. В газете «Известия» она написала, что вот мы уж слишком защищаем Лужкова. Да не хочу я в говне, в дерьме купаться, прости меня. И не понимаю тех, кто хочет. Если эти люди... Вот этим можно. Если эти люди в поселке Речник сливали то, что... Да не если, это исторически установленный факт. Никем, увы, не опровергнут. Снесено 10 земельных участков, даже сточных ям как таковых нет. Есть простая труба, канализация и сброс в Москва-реку. Ну, как они нам рассказывают, что у них у каждого был биотуалет, хотя ну, никто этих биотуалетов... Я думаю, что мэр Москвы не очень-то нуждается в нашей защите. Я цитирую статью. Но дело сейчас не в телевидении, а в общественном мнении. То есть кому-то можно все? Алтунин ли это? Совершенно ли это? Вот а кому-то все остальное? Вот это вот самое ужасное, что есть. Нет, не самое. А тут я на секунду тебя действительно хочу остановить. Я сейчас похвалю Германа Оскаровича Грефа. Я делаю это первый раз в жизни. Грефу очень много было вопросов у нашей передачи. Но когда? Это уникальный случай. Покажите, пожалуйста, крупный документ. Когда в Центральный банк Российской Федерации обратились жители квартала номер один города Лыткарино, вот колхозники бывшего колхоза имени Ленина. Господин Алтунин являлся директором управления центрального аппарата банка в деятельности органов управления других организаций. Так вот, когда колхозники, без паев оставшиеся, рассказали руководству Сбербанка о действиях господина Алтунина, какое решение принял Греф? Своими действиями Алтунин АА нарушил нормы поведения, Марк, впервые такой документ, установленные кодексом корпоративной этики сотрудника Сбербанка России. С учетом жалоб граждан на действия директора управления операций на фондовых рынках казначейства Алтунина, отрицательно влияющих на имидж и деловую репутацию банка, приказом Сбербанка страны аннулированы все выданные Алтунину доверенности,
представляющий ему право осуществлять профессиональную деятельность. Приказом Сбербанка России Алтунин уволен в мае 2009 года. Вот за все то, о чем мы говорим. Замначальника Ян. По-моему, за период с 86 года, по-моему, это первый раз подобная история. Первый, вот, да. Реакция. И это достойно, это делает честь. А уголовное дело закрыто? Я полагаю, что можно найти в том же уголовном кодексе некую ситуацию, которая позволит, несмотря на истечение срока давности, привлечь господина Алтунина к уголовной ответственности. Господин бургомистр, скажите, пожалуйста, в Баден-Бадене или в любом другом европейском городе можно представить себе ситуацию, когда, как у нас речник, люди, жители города, захватывают берег реки, который проходит по городу, в 3 метрах строят дома, а все отходы человеческие и помои, кстати говоря, все сливается в реку, и на защиту этих людей, захвативших землю, просто укравших землю у города фактически, на их защиту этих людей еще какие-то силы встают. Конечно, и у нас уголовные преступления в сфере экологии. Не надо представлять Баден-Баден образцовым городом во всех смыслах. Но тот случай, о котором вы сейчас говорите, это, конечно, дикость без названия. Вот этот пример с трубой, выведенной в речку, это 10 лет тюрьмы по нашим законам. У нас здесь все строго. Да то, о чем вы говорите сейчас, у нас просто невозможно, и никто не будет строить дома без канализации в 2 метрах от реки, любой реки. Времена варварства в Европе давно прошли. Самое тяжелое наказание во всех европейских законодательствах – это когда ты не думаешь о своих соседях, о простых людях. Именно поэтому, кстати говоря, богатые европейцы ведут себя, как правило, очень скромно. Ну а если кто-то выльет отходы прямо в реку, такому человеку, во-первых, никто никогда не подаст руки. Во-вторых, такого человека обязательно будут судить. Ну, можно сказать, что есть и высший суд. Наперстники разврата. Своими действиями Алтунин нарушил нормы поведения, установленные кодексом корпоративной этики сотрудники Сбербанка России. Алтунин А.А. уволен в мае 2009 года. Ну что ж, замечательно. Это говорит о появлении какой-то этической составляющей во власти. И мы видим, что так и происходит. Владимир, в какой-то степени, предполагаю, да. Я. Будет допрашиваться, в том числе и по делу, господин Алексей Кузнецов. Все тот же Кузнецов, некогда первый вице-губернатор Подмосковья, сбежавший в Америку, как мы, журналисты, предполагаем, с 2 миллиардами долларов. По некоторым оценкам, господин Кузнецов с собой увез более 2 миллиардов долларов. Московская область, банкрот, наша недавняя программа, банкрот Московской области, благодаря деятельности господина Кузнецова и его супруги. Уголовное дело только сейчас, спустя почти 2 года после бегства. Его сначала возбудили, потом это было опровергнуто категорически, что никаких уголовных дел относительно Кузнецова нет. 10 февраля в 19 часов вечера подполковник Кисин дело возбудил, уже пошли аресты, арестован господин Носов, один из подельников, госпожи Жанны Булок, супруги Кузнецова. Да, я тоже лицо пострадавшее от господина Кузнецова. Мы давали заметку по вот этому поводу. И меня несколько раз вызывали следственные органы МВД. Откуда, что, почему. 1,5 года мы добивались вот этого уголовного дела. Есть предположение, скажу аккуратно, в том числе официальные предположения, что грин-карта была у господина Кузнецова не просто так. И не выдадут его нам, американцы. Грин-карта, он уже фактически их человек. Ну, возможно. Но надо этот вопрос задавать губернатору. И то, что мы сейчас увидели как в исполнении Грефа, это же не повсеместная это практика. Зачем задавать? Да? А объяснить самому, что вот так случилось. Ничего не видел, ничего не понимал. У меня под носом миллиарда увели. Нет такого района в Подмосковье, который, как выясняется, не пострадал бы от действий господина Кузнецова. Из Подмосковья вообще выдаили со страшной силой. Объяснить хоть что-то, да. Хоть пресс-релиз какой-нибудь. Ну, не извиниться, я не знаю, ну, хоть что-то объяснить.
если область стала банкротом благодаря мошенническим действиям и бегству впоследствии первого вице-губернатора. Ты знаешь, что мы получим вот этим объяснением? Хоть что-то, совесть заговорила, не знаю, не могу молчать. Иногда офицеры стреляются. Да, да, если будет, это хорошо, это скажут, что человек отмежевывается. Так получается в порядке вещей, ну украл, ну не я же украл. Я думаю, просто ему, может быть, мягко где-нибудь кто-нибудь намекнет вот после выступления этой программы. И, может быть, вот он скажет, ах да. Тогда приведу, Володя, другой пример. Прошу напомнить нашим зрителям, тебе хочу их показать. Эти вот кадры, наша недавняя программа. Все у нас промерзает, пол очень холодный. Еще дом-то более-менее так, а на полу градусов 13. Очень холодно. Завальную сделали, железом закрыли, а ничего туда не утеплили совершенно. Вот у меня унитаз замерз, и вот только сегодня поставили. Вот. Все лед, кругом был лед, все треснуло, вода протекла, и я даже вот и не могла морозить, потому что морозы были за 30 градусов в декабре. Так это у вас на улицу, что ли? Да прям на улицу, да, она так и проходит. И, в общем, пол-то забетонировали, а то было вообще руку проткнуть. Детское жилье в Нижнем, это страшно. Нижний, Тула, Астрахань. Дома позапрошлого века, уже тогда, в конце позапрошлого века, построены из досок и бревен списанных речных кораблей. У нас ребенок, посмотрите, что западня делается. Западня туда проваливается. Пол? Пол, там балка, видать, лопнула. В них жить нельзя, это сотни людей. Здесь вот у нас живет участница войны. Пол провалился, посмотрите, все. Здесь вообще все это. Все. Путин выделяет деньги. Деньги приходят в Нижний. Компания «Нижегородкапстрой». 450 миллионов рублей. Такая вот интересная вещь. Компания «Нижегородкапстрой», как мы, журналисты, предполагаем, да, собственно, вице-губернатор сегодняшний, правая рука Валерия Шанцева, англичанинов, не отрицает тот факт, что это когда-то была его компания. Не хозяин это точно, акции переданы, да? Но вы в совете директоров там состоите. Ну, в совете директоров в связи с тем, что 25% принадлежало области. А прежде вы были учредителем? Да, прежде был учредителем. Сейчас... Ну, вы и ваша супруга, и по домашнему адресу московскому, ваши деньги попадают именно в это строительный монтаж. Ну, случайно, конечно. Случайно, да. Абсолютно. Именно туда, в Нижегородкапстрой, уходят деньги, выделенные федеральным центром, 450 миллионов, еще раз скажу, на переселение людей из ветхого фонда. Для них должны быть построены новые дома. Мне 90 лет ведь вот. И никак не умру. Я сколько ждете нового жилья? Я даже не могу сказать. Обещают, а толку-то мало, конечно. Мы здесь боимся ходить. Да. Переселение людей из ветхого фонда. Для них должны быть построены новые дома. Все сроки сорваны, домов нет. Интересно, что и губернатор, и прокурор области, кстати говоря, каждый день приезжают на работу мимо вот этих домов полутрупов. Федерации подобной ситуации, как в Нижегородской области, ее нет. Нет нигде? Нет. Вот такой схемы вице-губернатор, как мы предполагаем, сам себе, пусть прокуратура проверяет, единственный хозяин этого СМУ, где он раньше был генеральным директором до назначения вице-губернатором, это беспрецедентно. Нет такого. То, что сейчас выявила счетная палата, и там все нарушения начались с самого начала. Позиция счетной палаты. Там есть признаки конфликта интересов, которые предусмотрены уже законом по борьбе с коррупцией. Когда наша рабочая группа была, заместитель губернатора был владельцем 50% акций строительной компании, которая входила в состав этих застройщиков. Все сроки сорваны. После нашей программы появилось уголовное дело. Ну, значит, не зря работаем. Дома стоят полутруп. Мы к этому привыкли. В том, что нет, как я понял с твоих слов, да, нет никаких подвижек к переселению людей в нормальное жилье. Более того, уже в рамках уголовного дела и проверки выясняется, что вот эти самые дома для людей из ветхого фонда строили гастарбайтеры. Качество работ какое? Понятно какое. Один из гастарбайтеров погиб недавно на стройке. Такая вот там была система безопасности. Правоохранительные органы были... осведомлены об этом еще все в середине, знали еще в середине 2009 года. Ждали чего? Ждали, когда сдадут дома, а дома не сдаются до сих пор. Поэтому... И не могут быть сданы. Есть такое. В ближайшее время. Есть такое опасение. Гастарбайтеры строили эти два дома. Есть такой момент. 253 семьи вовремя не въехали в эти дома. Госзаказ, который ушел к гастарбайтерам, качество работ. Мы видим, да и только мы уже там специалисты за голову хватаются. Дома недостроены, когда будут достроены, никто не знает. Не знаем.
А в Нижегородкобстрое всегда гастарбайтеры работают? Конечно. Так все дешевле? Так дешевле, потом ответственности меньше. Если когда они падают в шахту лифта, то 450 миллионов долларов на два дома, в частности, да? Это огромные деньги. Я как-то не вижу вот в этих вот скелетах. Покажите еще раз, пожалуйста. А где здесь 450 миллионов? Мне кто-нибудь может объяснить? Вряд ли. Думаю, только они сами себе. Скажите, пожалуйста, руководители страны говорили официальное заявление, что к 9 мая все ветераны получат квартиру. Вот эта бабушка, зенитчица. Я воевала. Зенитчица была. Все от конца до конца. Ей 90 лет. Она не получит 9 мая квартиру в этом доме. Есть такие опасения. И никто другой из ветеранов, их там много. А это вот не их ответ, нижегородских товарищей, главе государства в частности. Наверное, да. При хорошем раскладе можно сдать один дом только в июле месяце. Но учитывая, что сегодня допущены серьезные конструктивные нарушения и отклонения от утвержденных проектов, полученных главгосэкспертизу, то волокита еще может занять полгода. Нужно следить за своими деньгами. Вот я знаю, зарубежные инвесторы следят, как расходуются их деньги. Нанимают специальные фирмы, которые оперативными путями работают, бывшие сотрудники правоохранительных органов. 10 миллионов выделенных, допустим, каким-то бизнесменам Германии на строительство какого-нибудь завода где-нибудь в Сибири. Все ли 10 пошли на строительство этого завода? Как только прикарманено, люди начинают и суды теребить, и лично обращаться. Пожалуйста, верните. Если человек не понимает слово «пожалуйста», тогда начинает действовать какими-то другими методами. Если украдут у конкретного человека, у меня, у тебя, да, то мы, конечно же, будем жаловаться. Украли у государства. Не жалуется никто. Начну с того, что я сам родился в первый послевоенный год в таком двухэтажном бараке. Ты понимаешь, что такое барак? Да, в восьмиметровой комнате. Естественно, с удобствами на улицу, со всеми коммунальными прелестями, с мышами. Но все-таки у вас балки на голову людей знакомые не падали. И вообще мы считали, что мы живем еще и прилично. Бывало и похуже, и много Слав, похуже. Вот всю трагедию вот этих людей мы понять не можем, потому что в Российской Федерации, да, Андрей, нет статистики, сколько людей погибло под руинами ветхого жилья. Никто не скажет. Никто не скажет. Диагнозы какие? Я поинтересовался в больнице. Удар балкой по голове. Ой, как кто-то подрался с кем-то. Крыша упала. Ветхий фонд. Ну, губернаторы, они никогда, как правило, не признаются хотя бы в доле своей вины. У нас был сюжет, у меня все из головы не выходит. Мальчик маленький. Правда, другой город, не Нижний Саратов. Дом показали. Причем дом 50-х годов. Один подъезд справа упал и слева упал. Вот так построили дом. Там погибли люди. А вот центральный подъезд, он еще стоит. Вы знаете, первые слова после мамы и папы, он начал говорить «дом-бум». То есть, ну, конечно, первые два раза, когда в 3 часа и когда ночью рушились дома, мы в 3 часа поднимали ребенка из постели, завернутого в одеялки, и сажали на такси, ехали к родственникам. Потом, когда третий раз это все случилось, и он стоял с бабушкой на улице, дом рухнул при нем. Вы знаете, то есть вот я заметила буквально сразу, что у мальчика глазик немножко косит. То есть самый натуральный испуг, мы так думаем. Сколько людей погибает в ветхом жилье, не знает никто. Пол России ведь так живет. За Уральским хребтом это вообще что-то невообразимое поселение, что называется Шанхай, состоящий из домиков, которые там называют балки. Еще выстроены. Раз, федеральный центр выделяют миллионы. Да. Общая сумма там за миллиард на ветхое жилье. Да. Спроси у меня, какая реакция губернатора вот на все наши сюжеты. Вот есть счетная палата, уголовное дело после наших сюжетов, добились. Ты знаешь, высокопоставленные сотрудники администрации Нижегородской сделали все, чтобы эти сюжеты на экран не вышли. Вот все, что могли. Я не люблю, когда мне бьют по рукам. Мне это не нравится. Я написал открытое письмо Шанцеву с единственной просьбой – нам не мешать. Шанцев много раз выступал в моменте истины, мы хорошо знакомы. В ответ пресс-секретарь, единственная реакция губернатора, пресс-секретарь Шанцева, господин Евгений Муравьев, написал следующее. Скандально известный Караулов в очередной раз подтверждает свою сомнительную репутацию, пытаясь выдать свою весеннюю экзальтацию за якобы объективную информацию. Он не знал, Муравьев, что уголовное дело возбуждено. У меня весенняя экзальтация. Караулов с присущими ему манерами, читаю дальше, и Фанаберии выдумывает какие-то мифические страшилки о запугивании губернатором Шанцева журналистов.
Что за маразм, господин Караулов, надо же так опуститься. Впрочем, с Карауловым давно все понятно. Еще с 90-х годов прошлого века все журналисты и политики в Москве знали цену вопросов, поднимаемых им в своей передаче. Я могу быть очень плохим журналистом и даже очень плохим человеком. Только деньги-то где? Я спрашиваю, куда деньги делись? Почему людей не переселили? Ну а что на это тебе отвечаю? Ничего, ни слова. У меня экзальтация, у меня и у моих гостей, и у счетной палаты. Ни одного слова про ветхий фонд. А спроси у меня, кто сегодня руководит компанией «Ванак» — Валерий Англичанинов и компания, расшифровывается, «Ванак», которая владеет Нижегородкобстроем и строительство осуществляет в Нижегородской губернии. Дочь вице-губернатора Англичанинова, молодая девушка, которая недавно в Москве закончила институт кинематографии. После скандала папа и мама на нее переписали, как предполагаемые журналисты, на нее переписали свой бизнес. Ты меня издавна приятно удивляешь, что ты сам способен удивляться. Будут чего ж тут удивительного? Все удивительно. Нет страха у губернатора. Откуда же он появится? Ему нечего бояться. То есть время не меняется. Кроме грабителей. Вот грабитель и пожара. Единственное, что ему надо бояться, потому что законы в нашей стране никогда не соблюдались и никогда не будут соблюдаться. Знаешь, потому что человек в нашей стране — это всегда материал при всех режимах. Вот ты это говорил 2 года назад, 3 года назад, да? И вообще ты это говоришь давно. Президент в режиме онлайн проводит совещание о том, какие услуги в регионах граждане могут получать сегодня через интернет. Этот портал, который мы открыли, он реализуется на собственной разработке нашей нижегородской компании. Валерий Павлович, а вы сами пользуетесь этой системой? Ну, у меня годы на субсидии по ЖКХ я не запрашиваю. Нет, я на самом деле абсолютно серьезным вопросом задаю. Значит, вам вот эти вещи приносят как? Валерий Владимирович, слышите меня? Как вам приносят? В бумажном виде? Или же вы все-таки сами там ковыряете, что люди пишут про ЕДВ, про другие все эти проблемы? У нас есть специальная служба, горячая линия интерактивная. Есть систематические доклады. Понятно. Валерий Владимирович, вот я к вам обращаюсь. Слышите меня? Значит, и к другим губернаторам нужно самостоятельно всем этим пользоваться. Кто этим умеет пользоваться, тот современный менеджер. А кто не умеет, тот, извините, не вполне готов. Поэтому, если я смотрю все это, да, то все остальные... В диалоге с президентом страны нет быстрого понимания, о чем, собственно, идет речь. Какие-то неловкие попытки отшутиться. А у меня вопрос, что же будет, когда президент узнает, что Нижегородкобстрой, где 450 миллионов денег правительства, вот этой компании сегодня, как мы предполагаем, руководит дочь вице-губернатора, в срочном порядке заступила на работу, недавняя выпускница в ГИБДД. Настоящий главнокомандующий в нашей стране – это капитал. Все может только капитал. Перед ним ничто не устоит. Ни закон, ни понятие о совести, ни народ обобранный окончательно. В данном случае, да, лицо, которое заявило... Ты Муравьева имеешь в виду? Самостоятельно выходить с такими официальными высказываниями в отношении конкретного журналиста, я думаю, что без губернатора это невозможно было. Я реалист. Вот в чем весь ужас положения. Мы говорим сегодня о реальных уголовных делах. Да, с опозданием, но появилось дело по Кузнецову, его зам арестован, Носов. По Нижегородкобстрою дело есть уголовное печать. Абсолютно прав. Чуть-чуть время-то меняется. Да, но правее еще Лев Николаевич Толстой, который говорил, нельзя ничего не делать на том основании, что нельзя сделать все. Конечно, нужно долбить в одну точку. Без этого ничто не сдвинется. Мы приходим в ситуации, когда элита в существующем виде и жизнь народа входит в клинч. Либо-либо. Либо это элита и смерть народа, либо эта элита должна идти вон, и народ может выжить. О чем мечтает китаец? О том, чтобы быть захороненным у себя. Эта земля священна. О чем писал Есенин? Если кликнет рать святая, кинь-то Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. А если это не родина, а Россия, сука, как говорил Синявский. Если это место, которое существует только для того, чтобы грабить и вывозить. Грабить и вывозить. До сих пор хотели и рыбку съесть, и сделать все остальное. А это невозможно.
это подчеркивает то, что господин Шанцев не признает своей ответственности. Эта позиция направлена на то, чтобы каким-то образом оправдать себя. И... Да бог с ними, Жень, я о другом. Шанцев молчит, вот что бы мы ни говорили. Ну, все равно... Громов молчит по поводу Кузнецова. Как будто все так и должно быть. Я когда сюжет смотрел про сроки давности, но это не означает, что должно прекращаться уголовное дело. Уголовное дело должно быть доведено до конца. До приговора. До суда. То есть срок давности, вот как в случае с землей в Подмосковье? Никакого не имеет значения. То есть следователь говорит... За сроком давности. То есть получается, что если у людей украли давно, то можно краденое не возвращать. И тот, кто украл, а вы нашли в состав преступления. Нашел. То есть следователь говорит и не понимает, что он говорит? Я думаю, что он прекрасно понимает. Прикрытие такое. Есть у него мощное прикрытие. Я думаю, и что... здесь будем разбираться. Привычка все доводить до конца. Меня иной раз ругают, что мы об одном и том же несколько раз говорим. Принципиальный момент. Бить, бить, бить. У нас ни одного доведенного уголовного дела по мошенничеству с землей пока нет. Особенно в Подмосковье. Вот нужен прецедент. Даже если сроки давности прошли, все равно человек... Не юридические лица несут ответственность, а несут руководители, соучастники преступлений. А я вам сейчас скажу, в Златоусте хотят судить женщину, присудить ее к 2 годам тюрьмы за мошенничество, за то, что она получала 300 рублей на ребенка, 10 буханок хлеба. А когда ей повысили зарплату, она не знала, что нужно сообщить в соответствующей инстанции, продолжала получать 300 рублей. Так ее не просто хотят назад вернуть эти деньги, ее хотят посадить на 2 года. Этим занимается следователь, который платит деньги. Если женщину посадят, ее нужно будет кормить ребенка, надо будет кормить. Кто это делает? Вы знаете, как мой отец научился плавать? Он находился на Соловьевской переправе. Там один военачальник, не буду говорить кто, поскольку он легенда, железным прутом бил по голове генерала, который заклинил машины и не давал возможность перегнать технику. Когда отец увидел, как мясо и куски костей летят с головы этого вытянувшегося генерала, он прыгнул в реку и поплыл. Так вот, это Россия, да? Люди сегодняшние, существующие у власти, они хотят каким-то интеллигентным образом сказать правящему классу, ну ты поменьше воруй, ты не так норов свой выёли. Он говорит, да пошли вы! Есть ситуации похуже, например, то, что сейчас происходит в Подмосковье. Дмитрий Анатольевич только что объявил о создании так называемой Сколковской зоны инновационной. Эта зона будет расположена в лесу, бывший парк, который был продан 2 года назад на каком-то закрытом аукционе по цене примерно 500 рублей за сотку некоему олигарху, который любит большие яхты. Так вот, сегодня государство будет выкупать у него эту землю. По какой цене? По цене 2 миллиона 700 тысяч долларов за гектар против примерно 2 тысяч долларов, за которые... 2 года назад? Да. Как это может быть? Это можно же дать какие-то претензии и к подмосковному губернатору. Почему он на эту тему не выступил? Когда за копейки ушли вот эти вот земли. Я думаю, что это на самом высоком уровне. Среди друзей власти, которые рядом с властью стоят, среди так называемых старых олигархов, которые принадлежат еще так называемой ельцинской группе. У нас в Европе совсем другой порядок. Если дом не подключен по каким-либо причинам к канализации, в нем нельзя жить, в этом доме. Тут же появляется полиция. Если владелец не платит за подключение или у него нет на это подключение канализации никаких прав, ему предлагается либо немедленно решить этот вопрос, либо его ждет суд, причем суд собирается в течение нескольких дней. А то, о чем вы говорите сейчас, это просто какое-то варварство с сбросом помоев и отходов в реку. И я не верю, что в Москве такое может быть. Видим, что прокуратура не реагирует. Вопрос один, да? Либо люди непрофессиональные, либо коррупция. Другого объяснения нет. У нас отсутствует эффективная система, об этом Медведев уже говорит, когда отсутствуют, да, реальные институты гражданского контроля за чиновниками. Соответственно, у нас нет возможности рекрутировать эффективных менеджеров. Просто они уезжают, да, они ищут другие возможности. Все делается, по-моему, увы, наоборот зачастую. Момент истины все тот же Нижний Новгород. 3 недели назад, может, чуть больше, рассказывал о том, как актеры Нижегородского ТЮЗа объявили голодовку. Правильно сделали. Другого выхода у них просто не было. К ним в театр. Управление культуры областной назначает людей на руководящие должности, которые не имеют никакого отношения к культуре. В частности, директор театра, он бывший работник по пресс-службе, там его сократили, в общем, кинули в театр.
Актеры предполагали, что ТЮЗ погибнет, их театр просто погибнет. А здание в центре города можно же сдавать в аренду. Он недавно один из московских театров филиалов был сдан под похороны, например. Площади сегодня по-разному можно использовать в центре города, в том числе театральные. Народные артисты в ТЮЗе, заслуженные артисты. Полтруппы, почти 30 человек, объявили голодовку. Они очень долго держали эту голодовку. Мы обо всем рассказываем в моменте истины. Вышла наша передача. Вот эта женщина, Женя, заслуженная артистка России, гордость нижегородской сцены, ей после голодовки, как месть, предложили в театре должность уборщицы. Как актрису мы вас увольняем, но вот будете работать, хотите, уборщицы или костюмер. Заслуженная артистка России. Вот вы выступили. Что-нибудь изменилось? Нет. Никакой реакции? Никакой. Со стороны властей, я имею в виду. Абсолютно. Те люди, от которых мы зависим, с нами вообще не разговаривают. А те люди, от которых ничего не зависит, и они нам как бы сочувствуют все, сочувствуют еще больше. Но хуже не стало. Выгоняют. А может, уже и не предложат. Должность уборщицы. Не знаю, молчат. С нами не разговаривают. Актеров выгоняют на улицу, те, кто иногородние, им не дают комнаты, денег у нас у самих нет снимать эти комнаты. Но это все имеет заплату? Да, нам мстят. Владимиру Александровичу Золотарю не подписали заявление об административном отпуске для того, чтобы он поехал в город Петербург, БДТ ставить спектакль. Через неделю его вполне могут уволить за прогулы. Это что, и месть в том числе за выступление в нашей программе? Это даже не месть, а это удачная расправа. Ну, да. Нам жить негде. Мы сейчас пишем заявление об увольнении. Репертуар рушится. Подождите, Алиса Френдлих и Олег Басилашвили приглашают этого молодого парня поставить для них спектакль в БДТ в Петербурге. БДТ. А в Нижнем Новгороде его выгоняют, работы у него нет, в ТЮЗе не дали поставить спектакль для детей. Да. Для Френдлих Басилашвили можно? Абсолютно верно. После открытого письма Сан Саныча Калягина Шанцеву, ответ Шанцева, информация была абсолютно противоположна тому, что на самом деле происходит. Что Шанцев сказал? Шанцев сказал, что пришел новый директор и поставил золотой ключик. До этого спектаклей детских не было, хотя в репертуаре их 11. Это Шанцев написал, что их нет, а их на самом деле 11? Да. Он просто не знал, губернатор? Не знал. Что трудно узнать, проверить? Вот мы сами очень удивляемся. Трубку телефона снять? Вопрос в одном. Если власть позволяет этому совершаться, да? Заявление Калягина. Давайте. Отказ Юрия Соломина ехать в Нижний Новгород в знак поддержки. Опять реакции нет никакой. Если будет реакция от федеральной власти, да? Будет реакция от всех сразу. А лучше от премьер-министра и президента. Вот если бы кулаком до постула, да все услышат. Вот нужно. А кроме Путина, кроме Медведева. Кто может повлиять на губернатора? Мы же губернаторов-то не избираем, мы губернаторов назначаем. И кончается это только одним. Приходит Петр и говорит, кто эти самые 300 рублей-то замыслил изъять подобным способом. Говорит, я, ваше императорское величество, удар металлической палкой по голове. Еще раз, на дыбу, повесить. Неужели же вовремя класс не может образумиться, да? Неужели же эту трагедию нельзя по-человечески разрешить в 21 веке? Но ведь видим же, что нельзя. Каждый факт кричит об этом. И что делать будем?